Отож, розкриваємо секрети. В'ячеслав Суслововський, експерт з прибирання, головний технолог клінінгової компанії, завітав до нас. Доброго ранку. Добре. З бойовим арсеналом по прибиранню, але не треба боятися. Нічого страшного в цьому нема. Зараз детально в цьому і розберемося. І отож, перше питання, я думаю, що воно буде логічне. Чим відрізняється генеральне прибирання від повсякденного? Тому що принаймні хоча б один раз на рік у чистий четвер ми хочемо якісно, повноцінно прибрати свою оселю. Тож в чому різниця між просто прибиранням і генеральним? Здравствуйте, спасибо. У кожного чоловіка свій підхід до генеральної уборки і повсякденної. Тобто, що для одного генеральна уборка, для другого повсякденна. Для когось чоловіка там мить окна раз в 2 тижні – це в порядку речей, це норма. Кто-то моет окна раз в год, и то считает, что для него часто. Поэтому это очень такое относительное понятие. По нормам генеральную уборку нужно делать раз в 3 месяца. Это стандартные клининговые нормы. В основательную генеральную уборку входит в первую очередь чистка всех потолков, чистка всех стен, мойка окон, мойка всех осветительных приборов. Если это кухня, полностью чистится духовой шкаф, парочная поверхность, вытяжка, холодильник и внутри, и снаружи. То есть полностью все разбирается, отдельно чистятся мелкие детали, отдельно чистятся каркасы, и уже детали в чистой каркасе собираются. В санузлах чистятся швы, чистится кафельная плитка, тоже потолки, стены. Это такой более основательный подход. Хорошая генеральная уборка стартной квартиры, вот даже бригада специалистов занимает минимум 2 дня. Основательно прийти. Я ж думаю, такий вичистить. Список, я думаю, там точно 2 дні треба витратити на все. Повсякденна уборка – це зайти, вичистити всі горизонталі, вичистити полы, то есть просто убрать пыль общую, не убирая там сильные стойкие загрязнения, которые накапливаются там на люстрах, на кухонных приборах, там в кухне, на сантехнике, на швах и так далее. От я одразу вас переб'ю, вклинюся. Дуже часто ходять дискусії, я в них теж брала участь, просто протирати пил треба сухе чи вологим це робити. Деякі кажуть, що сухим, а деякі кажуть, що ні, це потрібно волого. Хороший вопрос, да. Правильно комбинировать, соединять, то есть и сухую чистку делать, и влажную. Сухая чистка – это 60% выполненной работы. То есть сухая чистка всегда она более важна, чем влажная, но это всего 60%. То есть по-правильному сначала сделать сухую чистку всех поверхностей, а потом пройти на влажную, а потом, самое важное, еще раз пройти сухую и вытереть изделие насухо. Потому что если вы изделие не высушите после влажной чистки, там в течение там, 3-6 часов опять пыль осядет. Поэтому в первую очередь мы делаем сухую чистку поверхности, потом вымываем, потом сушим, и потом наносим полироль в виде антистатика. Если там, например, деревянная поверхность, можно нанести полироль или воск. Если это стекло или глянцевая поверхность, блеск на спиртовой основе в виде антистатика. Если это там, смесители металлические, какие-то нержавеющая сталь, это паста по металлу наносится. І тут робиться така защитна пленка, щоб в дальнейшем пиль не так осідала. Тобто ось таке ще є такі лайфхаки. Слухайте, з чого починати? Бо я думаю, часто у всіх питань виникає, от там, можливо, спочатку пропилисосити, потім повитирати пил. Чи з якої кімнати почати, щоб з найскладнішого чи з найпростішого? Ваш порад. Здесь нужно понимать, сколько человек выполняет работу и какой вообще план. По-правильному, если работу делает несколько человек, если там, например, это семья, то есть они решили там за один уикенд убрать свое жилое помещение, там, квартиру или дом, то лучше разделиться, кто-то будет заниматься постоянно кухней. Вот есть в уборке три кита. Это кухня, санузел и окна. Это три таких самые сложные нюанса в генеральной уборке. Кухня, окна и санузел. Да. Комнаты, как правило, там спальня, детская, коридор, кабинет. Это легко, там в основном пыль, нет таких сильных загрязнений. Поэтому кто-то становится на кухню с самого утра, первого дня, и занимается от и до кухни, сверху вниз, слева направо по хронологии. Кто-то становится на окна и моет все окна во всей квартире. Кто-то занимается санузлом с самого утра. Это вот такие три вещи. Когда они сделаны, дальше уже можно закрывать жилые комнаты, это делается быстро. Это вот если вот как правильно разделять людей. Но с точки зрения вот какие комнаты, как начинать, то лучше начинать с дальних комнат, например, это балконы, их закрывать, потом параллельно делается здесь кухня, закрывается спальня, там детская, какие там есть еще жилые комнаты, и в конце делается санузел и коридор, как бы, и все, квартира закрыта. Чтобы не разносить сміття из інших кімнат, так? Из дальних комнат и постепенно коридору к выходу идет. Я могу сделать один висновок, что все свое життя, яке я прожила свідомо, я неправильно прибирала свои оселі, ще вчитися, а все ж таки, який має бути арсенал для прибирання, для якісного прибирання, чим ми маємо бути озброєні? Давайте про наших помічників поговоримо, розкажіть. Інвентар, техніка, то есть подготовка, это минимум половина
хорошего результата качественной уборки. Здесь я вам принес только там, 10% от того, что можно использовать в уборке. Да. Значит, давайте разделим. Мы будем сначала говорить по химии, потом будем говорить по инвентарю, который нужно в этой химии использовать. Давайте одразу. Чи безпечна ця хімія, якщо в будинку є діти? Да, конечно. Можна, хімія так? Екологічна, біорозлагаємая. Угу. Если есть аллергики, если есть маленькие дети, если есть какие-то специфические домашние растения, может быть, которые там боятся влаги, то есть этой химией можно пользоваться и не бояться. Ну, расскажи. Химия делится на щелочную, кислотную и нейтральную. Это если в общем, то есть три такие базовые. Щелочная есть сильно щелочная и слабо щелочная. Кислотная, слабо кислотная, сильно кислотная и нейтральная. Для кухни мы используем сильно щелочную и слабо щелочную химию. То есть она справляется с масляными пятнами, жировыми пятнами, с грилями. Вот все, что связано с жиром, эта химия для этого идеально справляется. Санузел – это кислотная химия. Есть минеральные отложения, известковый налет, накипь. Там кислотная и слабокислотная химия вычищает, это все убирает. Угу. Комнаты жилые, там, спальни, детские коридоры – чисто нейтральная химия. Это общая химия, когда просто стоит вопрос пыли. В целом по всему дому можно применять слабощелочную химию, потому что и в жилых комнатах, и на кухне, и в санузле везде есть такие, как общее маслянистое загрязнение, поэтому химия номер один – это слабощелочная химия. То есть ее можно понять по всему помещению. В кухне мы еще добавляем сильно щелочную, в санузле – кислотную, и в комнатах – нейтральную. Все. Уже какого производителя каждый брает себе сам. Есть более там дорогая, более дешевая химия, короче, человек выбирает под себя. Но базово смотреть, вот, какой у нее состав. Это что касается химии. Что касается инвентаря. То есть в уборке нужно использовать как технику, так и такой ручной мелкий инвентарь. По технике это, ну, в первую очередь, пылесос для сухой чистки, пылесос для влажной чистки. В идеале, чтобы был парогенератор. Это вот такие три основные. Ну, сейчас, в принципе, уже многие в квартирах есть парогенераторы, поэтому это уже вошло в нашу жизнь. По инвентарю это микрофибры, шубки, стяжки для мойки окон и скребки с лезвиями. А для чего это все нужно? Самый хороший помощник, как, по моему мнению, это вот этот скребок с лезвием. То есть он чистит идеально стекла, гладкую керамическую плитку, все гладкие поверхности. То есть столешница на кухне, гладкая плитка на рабочей стенке, плитка на стенах в санузле, окна. То есть скребок под ноль убирает все загрязнения, точки, которые есть, от строительных загрязнений, от насекомых, общие какие-то загрязнения. Вы после лезвия проводите рукой по поверхности, она идеально гладкая, вы чувствуете сам структуру материала. То есть наносится пена слабощелочная, по пене идет лезвие, под ноль убирает все, что есть на поверхности, потом опять наносится пена, стягивается стяжкой вниз, и финальный этап уже наносится блеск в виде антистатика. И то есть потом такая страшно підходити до того склабу, воно таке чисте. Мойки от глянцевых поверхностей. Вот это называется шубка, это называется валик, держатель шубки. Он макается вот так вот в ведро и наносится там на поверхность чистящий раствор. Потом стягивается стяжкой, и уже, как в идеал, это проходит салфетка или микрофибра для того, чтобы убрать потеки, которые остались после этой мойки. Это на плитку, да? Так, плитку. Это на окна и на плитку. Угу. То есть по окнам, какая хронология? У вас есть рамы, у вас есть стекла. То есть рамы – это 80% времени. Стекла вот таким способом моются быстро и качественно. Сложнее вымыть рамы. Как правило, у многих квартирок по периметру оконного каркаса вдоль откосов на рамах очень много краски, штукатурки, еще остатков строительных работ. Угу. Когда делают ремонт, это все попадает на пластик. И самое сложное – это вымыть. Это делается один раз вымыли, потом просто поддерживайте. Вот сначала нужно вымыть рамы. Рамы вымываются, на них наносится слабощелочной раствор. По слабощелочному раствору работают вот такие пады. Это как абразив с губки, просто большего размера. То есть он работает по пене, убирает все загрязнения, которые есть строительные, потом опять наносится слабощелочная химия. І витирається насухо. Таким образом, рами у вас будуть. Це ж я неправильно вдома вікна. Мене хвилює все ж таки запитання, якщо в мене просто меблі, там, дерев'яні, якою ганчіркою краще, якої якості протирати пил? Зараз саме популярне – це мікрофіброве волокно. Воно дуже тонке і може заходити у всі структури, пори, рифлення всіх матеріалів. Для дерев'яної меблі потрібно використовувати мікрофібру зі середнім ворсом. Ми її маємо, зараз вам покажемо. Так, це ось така. То есть вы ее чистите в слабощелочном растворе, хорошо выжимаете и вытираете поверхность. После этого вы сушите такой же микрофибр, только уже сухой. И в финальный этап вы наносите полироль в виде антистатика. Полироль нужно наносить вот таким вот нетканым материалом. То есть оно не имеет ворса, поэтому оно не может оставить какие-то ворсинки на поверхности. Это уже такой финальный этап. То
то сначала вы прошли слабочелочную химию, брали грязь, потом вытерли насухо и потом нанесли полироль на всю поверхность и сделали такую защитную пленку, чтобы в дальнейшем не оседала пыль. В три етапи і буде ідеально. Да, в три етапи. В принципі, любая така уборка йдеться в три етапи. Тобто черновой, потім сушите, потім наносите якийсь полироль або якийсь антистатик. Дякуємо вам, що так ретельно розповіли. А якщо ви не готові так ретельно прибрати себе вдома, можна звернутися до компаній, які останнім часом дуже популярні, зокрема в нашому місті. Мають вони назву клінінгові компанії. Я так розумію, що експерт приїжджає, оцінює фронт робіт, і потім два дні ми вам даруємо для того, щоб... Спочатку необхідно приїхати, провести замір об'єму роботи, посмотрети уровень загрязнення, вислушати від заказчика, що йому необхідно зробити, ставити технічне здання на уборку. Мы говорим, сколько займет времени, как это будет делаться, сколько будет работать людей в бригаде. Все, потом выбираем день, приезжает бригада, либо за один, либо за два, либо за три дня, в зависимости от объема, выполняется вся эта работа. От мене таке запитання, скільки в бригаді людей у вас? 3-4 чоловіка. 3-4, а ми, жінки, самостійно, інколи прибираємо в себе вдома. Дякуємо вам, В'ячеслав Сусоловський, експерт із прибирання, головний технолог клінінгової компанії, розповів вже дуже ретельно і чітко, як ви маєте прибирати, яким арсеналом, помічниками маєте озброюватися для того, щоб ваш будинок був чистим, дихати свіжим повітрям і щоб все було до близько. Дякуємо вам.